какая-то маленькая бусинка или снежинка. Хотим маму. Даже за бананы. Долго еще? Да нет, несколько метров. Я устал. Ложись на меня. Это люди вокруг сумасшедшие. Это люди вокруг сумасшедшие. Это люди вокруг сумасшедшие. Подождите, ребята, сейчас придет Настя. По Дальнему Востоку, и я очень счастлива. Спасибо, что приходили. Спасибо, вы чувствуете нашу любовь. Важно чего? Эй, ты! Подержи, подруга! Вау! Эй! Поехали! Еду с девчатами на Big Love Show! Будем зажигать! Буду послезавтра! Возьми у меня все тепло, любя на ладонях. Никогда, никогда. Нательную подготовил. Сейчас бриться будем. Давай, а то сейчас у тебя такая борода, что у тебя уже даже. Ну все, это знак того, что он готов. И пусть больше никто не говорит, что кота кто-то заставляет. Ну вот они, первые штрихи. Как видите, ему нравится. Да? Мышкин? Это уже не Мышкин. А ты взяла? Помнишь? Нет, еще не взяла. Так что у меня снимаешь? Что ты меня снимаешь-то? Я стесняюсь, я же не накрашена еще. Иди, Миша. Тебя не поймут, верно? О! Мой ответ. Иди сюда. Ну, ты мег и... Алка, что вы не женщина? Приходите на Big Love Show 14 февраля! Я не понимаю, наш белый корабль ведет себя очень странно. Ты вот так водишь машину! О, скажи. Ты добрая. Вот, ты всегда очень добрая. Ты что, с ним не надо? Сейчас какое-то я злое еще, что забыл. Нет, ты же хотя бы ресницы накрасить. Мало мне, мало, мало, мало тебя, знаю я. Обследование ваших зубов. Конечно, соглашусь. Я как раз недавно почистила зубы. Спасибо вам большое. Давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста, рот. О, какие потрясающие зубки!
такие. Правда, он нравится. Такие прекрасные. Мне сказали, что мне не нужно делать отбеливание. Да, вы знаете, спонсор нашей программы – паста Parodontol. А вы не хотите ли бы стать лицом нашей зубной пасты? Конечно, согласна. Даже бесплатно. Только если вы обещаете мне подарить вашу зубную пасту потрясающую на целый год вперед. Ну, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо. Это пожалуйста. Была Оля Серябкина. Да. Приходите на наши концерты, как раз сегодня вечером будет. Ага.